Всем хай! С вами... Ой, ё-моё, лампу задел. У меня длинная рука, прям до потолка достает. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем играть в Spider-Man, Miles Morales. У нас, кажется, финальный эпизод. Финальный эпизод, мы вместе с Финой ходим по выставке, кайфуем, смотрим повсюду такие, и хотим увидеть наш собственный экспонат. А наша задача-то какая? Осмотреть временную выставку. Айс. Круто было бы жить на космической станции. Атрофия мышц. Так классно это все. Какать. Вакуумный унитаз. Я бы все это хотел, на самом деле, попробовать, потому что этот экспириенс того стоит. Быть одним из немногих человеческих существ, которые вообще находятся там, где ему быть не стоит. Где ему нельзя быть. Где Бог запретил, где все сказали не ходи. Я не вижу себя в большом... Ой, сорян, перебил тебя, Финн. Прости. Вы только поглядите. А, Рик. Это же ученые, отмеченные награды. Нам не сказали, что мы на особой экспозиции. Билеты нужны. А ты как прошел? Я купил билет. А как вы прошли? Купили билет. Станьте поближе. Сделаю фотку. Давай ты в кадр. Ты же нам помогал с проектом. Да, да, ладно, ладно. Подвинься. А, вот это будет селфач вот сейчас. Так. Скажи аллели. Ну нет, не скажу. О, все. Ну со спины, ну со спины, Фина, ну кто так делает? Фина, ты должна знать, я не желаю. Я Майлз. Ладно, ты же это знаешь. Не знаю, что тебе еще сказать. Натравил на меня своего бугая. Воу, 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 я ухожу. Просто ушел внезапно. Погодите. А давайте-ка заменим. Не хватает средств. Нам бы еще деталь найти. Я хочу этот костюм. Ладно, давайте возьмем классический спортивный костюм. Сразимся в последней битве, как Майлз. Воу. Давайте здесь станем невидимыми. Теперь надо сзади подойти. Получится режим стелс? Ха-ха-ха-ха-ха! Самого большого вырубили в режиме стелс. Умрешь? А, Человек-паук не убивает же никого, точно. Удар! Удар мега-силы божественной. Давай вот добьем, что ли. Кого-то тут можно добить. Кого добить? О, тебя добить, пока ты корчишься от боли. Вот настолько все хорошо у тебя. А, ладно. Тогда тебя... Опа! Ну, хорошо, ладно. Друг друга оба ударили. Но это ты точно не сможешь отразить. Смотри. Боль, страдания. Это я все тебе предоставлю. По справедливости. Блядь! Есть. Фина, иди сюда. Кто сломал? Воу! Хорошо. Мы становимся невидимыми и просто по стелсу идем. Надо убрать всех наших... Где наши снайперы? Что за... Снайпер! А! Ха-ха. Вот он. Номер один. Воу! Ты здесь? Тихо, аккуратнее. Главное не попасть под пулю. Она очень много схлевает мне хп. Очень много. О, видали, я что сделал? Видали, что я сделал? Я зарядил свою паутину супер биошоком. Теперь он в биошоке. Танцуем и уворачиваемся. Аккуратней. Уворачиваемся. Все, уронить его. Вау, в сторону!
Мы ищем убежище. Хорошо. Идите в так. Магазин Тео. Этот мертв. Мы постараемся спрятать людей, пока какого можно. Фига? Закончи с ними, прежде чем вернусь в Гарлем. Не должны знать. Секундочку. Не тратим. Добивание не тратим. Вот. Вот это будет двойной даблкил сразу, с одного удара. Где еще? Вон двое. Давай, камуфляж. Ну давай же, давай. Есть. Безопасно. Давай, давай, давай. Есть. Он прямо смотрел на нас, он тупанул. Да сколько? Вау, рыцарь! Рыцарь в доспехах пришел. Победить подпольщиков. Наша цель. Вау! О, жесть! Ладно. По области. Так, зарядить. Надо зарядить. О, куда это мы улетели? В следующую зону. Ладно, все, мы в следующей зоне. Мобы не должны идти в следующую зону. Не положено. Вау! Да я же... Вау, нет! Давай, давай, добивание. Я хотел вообще-то на этого рыцаря применить добивание. Но применю тогда вот эту штуку. Думаю, ему понравится. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успокаиваемся. Получится? Не получится. Давайте наших друзей. Все, повреждай цель, повреждай цель. Умница. Так, ты в паутинке постоишь. Кстати, это хорошая мысль, мы должны вот так сделать. А, это было отражение, я думал, там два чувака стоит. Так, мы этого вынесли. О, нет, добивай. И лечись, добивай, лечись. Вот там какой-то взрыв, мне кажется, ему разорвало шейный позвонок полностью. Все, добили. Срочно добраться до Гарлема. Афина, мать твою, что ж ты творишь? Ганки, ответь! Как идет эвакуация? Как на войне? Вы в безопасности? Как там мама? Мы добрались до... Тео, нас дюжина, но... Связь, так, все плохо, кажется. Ты где? Ганки! Только не Ганки! Если ты меня слышишь, я уже иду! Держись там! Пожалуйста! О нет, Ганки! Мы подвели Ганки! Ни разу не видел такой... Не то чтобы я особо волнуюсь про Ганки, честно. Я особо не прикипел к персонажам этой игры. Не могу сказать, что кто-то мне... Ну, хорошо, дядя Аарон. Дядя Аарон немножко... С ним, по крайней мере, какая-то драма уже случилась. И его я люблю. Ну ладно, Фину... Так, чуть-чуть... Чуть-чуть есть. Слышишь меня? Ганки! Ганки is dead. Забудь. Окей, хорошо, тихо. Что они делают? Они друг с другом дерутся? Ладно, я выберу тебя. Да, блин. Да просто ударим его, не знаю. Все, отлетай. Перчатки дурацкие бесят. Все. Камуфляж. Где наш друг? Вон он. Понятно, надо всю эту группировку, да, остановить войну. Получится остановить войну? Хрень какая-то получилась, не удар. Ладно, я думаю, уже прямое столкновение здесь, все. Ничего не поделать. Так, получилось. Они все прибывают. Надо зачистить парк, иначе их не оттеснить.
Фу, как будто из него монетки посыпались. Так, он насмерть. Да я тебе помог, ты офигел, что ли? Воу! Гранатометом! Гранатометом в меня! Черт возьми. Кажется, я не смог остановить эту ракету, разве что своей задницей. Давайте попробуем вот так сделать. Нет контакта. Он может быть где угодно. Он прямо сзади тебя, если что. И еще одного, давай, сразу, хорош. Так. Это было жестко. Он пропал! Не попал! Повторяю, я не попал! Как мне стрелять, если я его не вижу? Есть. Кто еще? Где еще? Блин, весь город просто разрушен уже. Какого фига? Договориться, что ли, не могли? Дверью тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо сработано. Сражаюсь как могу, ребят. Сражаюсь как могу. Жму все кнопки. Этот чувак крутится, как перекати поле. Камуфляж. Камуфляж. В сторону. Сейчас попробуем отсюда поубивать их. Ч-ч-ч-ч. Смерть. Смерть. Нет, смерть не получилось. Ну и нормально. По области. Тут сразу двое. Оба гребут. Все? Нет, не все. Фу, они друг в друга стреляют, прикиньте. Так, мне нужна вот эта крышка. Фу, чуть-чуть не слил мне все способности мои. В сторону. Мне надо добить. Добить его так, чтобы удар по области можно было сделать. Ладно, одного все же задел. Кто-то сверху. Кто-то сверху. Доступно добивание. В сторону. Где? Ну ты зря, короче. Рано или поздно мы тебя выкупим. Что ты там сказала? Сдохни. Нам нужна помощь, убей. Кто-нибудь сюда. Ч-ч-ч-ч. А, ты меня увидела? Господи, бедная женщина. Я просто изничтожил ее. Так, хорошо, эти двое меня не видят. Кажется, меня видит вертолет. Есть. Второй готов. Фига как быстро не подыхают. Кажется, эти ребята слабее, чем из подполья. О, вот тут прикольный трюк, я не знаю, как я его сделал. Все, упал. Точно разбился. Сколько еще? Раз, два. Камуфляж, давай, камуфляж. Не могу почему-то. Аккуратнее, вот с этими можно как-то. Надеюсь, Глория вывела всех из пира.
Как-то тихонечко. А, не получилось. Не показалось, что кнопка появилась. Оп, в сторону. Есть. Давай по стене вперед. Как-нибудь. Хреново получилось. Ладно, давайте попробуем стелс. Сейчас. Стелс готов. Вот сюда. Еще двое. Куда побежали? Куда? О, они нас просто, они ведут нас, да? Ганки? Они в магазине Тео. Это рядом. Но сперва надо разобраться с Роксоном и подпольем. Зачистить улицу. Окей, я понял. Задача ясна. А сколько их еще? Господи Иисусе. Атакую подпольный. Можно? Нельзя. Ну как-то так. Как-то такой звериной атакой. Цепляйся. Атака сзади! Все, он сдох, да, кажется? Нет. Его еще можно пинать. Ах, они меня спалили. Видели, что заюзали тепловизор, да? Мне надо в эпицентр. Вот сюда. Давайте. Давайте, дети мои. Теперь. Гравитационный. Стоп, погодите, у меня еще один есть. Что это было? Что это было? Ладно, камуфляж здесь не работает. Стоп, в сторону. Мы можем кинуть. Есть. Блин, я уже на автомате, на инстинктах просто тупо жму эти кнопки всякие. В сторону, в сторону, в сторону. Убили. Ладно. Ладно, это была финальная битва, очень сложная. Есть. Ох, нифига себе. Мина. Взрыв. Ему пофигу на маш. Ему пофигу на дверь было. Он ранен, забейте. Какая-то жесть. Да, сейчас прям совсем нелегко. Давай, крышкой. Нифига я отпрыгнул. Нифига я отпрыгнул. Нифига я отпрыгнул. Смотрите, тут шанс есть. Тихо, 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 тихо.
сторону, в сторону, камуфляж. Камуфляж. С поля боя свалить. Умер, хотя бы умер в покое. Где-то там. Ладно. Это сложно. На улицах нет. Тут еще должен же быть босс, потом мы с Финой должны будем сразиться, да? А еще с кем-нибудь из Рокса нам будем сражаться? Наверняка дядя должен подоспеть. Тут все должны прийти. Просто жесть. Так, по области. Немного где-то нажал. Мне надо вот от этих вот уродов избавиться. Давай, есть. Опять что-то не то получилось. Я думал, по области ударит. Я же жму правильные кнопки и умираю. Охренеть. Вот этот замес. Так, значит, будем их вычленять, стараться. Один готов. Давай, есть. Теперь, я думаю, надо вот сюда. Вот так. Бросай наших дружищ. А, нет, 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 нет. Камуфляжка. Окей, наверх. Все, камуфляжку не поюзать. Но мы еще можем воспользоваться вот этим вот. Кого-нибудь еще мы можем пнуть? Хреновый был бросок. Блин, жесть какая. Фух. Блин, они меня закидывают. Вот это жесть. Надо ждать, пока камуфляж установит-то. Все. Тихо. Они знают. Они, блин, знают. Так, их четверо. Ну ладно. Добивание. Нельзя добивание. Вот с тобой. Так, хорошо. Нет. Давай, вот, вот сейчас можно, да. Вот сейчас можно бить по области в сторону. Да сколько? Доступно добивание. Где? Все? Хорошо, последний чувак упал замертво. Ганки. Ганки, ну где ты? Выбраться сможете? Кто там? Кто это там? Эй! Эй! Слушайте! Нужно выбираться отсюда! Я не смогу вынести вас всех! Что за... Она уже начала... О, сейчас Ганки застрелят. Нет, не застрелят. Вижу человека-паука. Да, дядя. У тебя есть дела поважнее. Он прав. Иди. Мы выведем людей. Я вернусь. Я знаю. Так, народ! Стучитесь ко всем! Все должны пойти с нами! Нет! Ты не понимаешь, что делаешь? Они за...
заслужили наказание! Нет, я про реактор. Кригер поменял настройки. Ты уничтожишь не только Роксон Плазу, ты испаришь весь Гарлем! Я не дам тебе снова меня обмануть! Офигеть, она сильная! Опоздал. А нифига, она как доктор Осьминог. И, разумеется, мы оказались в зале с колоннами. Я не дам тебе это сделать. Ты не остановишь меня. Ты не видишь, что делает реактор? Разрушает плазу! Уничтожает! Так, я понял, нужно будет кидать в нее ее же гранатами. На, бей ее, бей ее! Она заслужила! Ударь ее! Ударь ее! Воу! Почему ты мне не веришь? Кригер, какой хороший бросок! Мозгов не хватило! Хватило! Надо все остановить! Фу! Фига, до нее все равно оттрудно уйти! Так, в сторону, в сторону, в сторону. Я завершу начатое. Ладно, я понимаю, что камуфляж, вот это моя фишка. Юзаем камуфляж. Ой, что я нажал не то. Разрушает плазу, уничтожает памятник Кригеру. Это вообще как-то повлияло сейчас на нее? Кто это сказал? Кригер? Я все просчитала! Да охренеть! Почему ты мне не веришь? Кригер не мог переделать реактор! Мозгов бы не хватило! Хватило! Надо все остановить! Это как вообще никак не влияет! Видели, что с камерой сейчас произошло? Какую-то непонятную сторону откинулась. Так, нужно всего лишь один удар. Один удар. Ой, блин. Слушай, Дина, я говорю тебе правду. На тебя не похоже. Я зря соврал тебе, чтобы смотреть подходы. Если бы я мог все вернуть. Не можешь. Да дай мне... Да дай мне что-нибудь сделать с тобой. Хорошо, кину в тебя этого чувака. Все, сражайся. Я этого не хотела. Все равно убили. Хорошо, я понял, что кидать мне вот этим... Что делает реактор? Как-то вообще бессмысленно. Уничтожает памятник Кригеру. Давайте просто подберемся к ней поближе. Она знает где? Нет. Вот, вот я где. Я не хочу этого делать, Бина. Не делай! Уйди! Это уж не получится так. Отвлекаем. Стой на месте! Надолго ты ее не задержишь. Если плаза рухнет, всему Гарлему конец! Кто это сказал? Кригер? Я все просчитала! Давай, на улицу. Я ее на улицу выкинул! А. Фига ты маньяк. Кригер не мог переделать реактор. Мозгов бы не хватило. Хватило.
Валить! Давай, добивание! Драться? Я не хочу! Поговорим! После отключения реактора... Не, ну Финна же, она же ученый, она тоже знает, что произойдет. Просто она ослеплена, получается, местью. Она вообще башкой не думает. Финн, смотри, реактор уже на пределе. Еще немного, и его не остановить. Нет, я больше не стану убегать. Ну, он просто тупит жестко уже. Если бы ты просто могла послушать или открыть глаза свои, увидеть... Не получится! Всем плевать! Да все будет нормально! Пожалуйста, просто уходи! Прошу! Я не хочу этого делать! Да нет уж, не придется тебя бить! Помоги мне остановить это! Или убей меня! Выбирай! Идем! Ну-ка, ее коцанет, ее же бомба. Нет, ее не коцает она. Попался. Давайте ее выкинем за пределы. Оу! Черт. Я сам себе испортил, да, все? Так, хорошо. Вот здесь она слишком разозлилась. Это как в Mortal Kombat, когда ты раз нажал апперкот каким-то образом. Я только хотел сказать вам одну вещь. И на другую локацию переместился, в общем, вы помните. Нам плевать, если здание взорвется. Даже если весь Гарлем взорвется. Камуфляж нужен, очень нужен камуфляж. К тому же мы станем жертвой террористической атаки. Какая это Роксон-Сити. Скоро будет Роксон-Сити. Всего вам. И подбрасываем. Я остановлю его. Но не так. Я вообще уже не понимаю, что происходит. С камерой какие-то жесткие проблемы. Я знал, что ты пообещал Рику, но он тоже против всего. Не смей о нем говорить. Есть. Я тебя не вижу, зато дурень. Теперь ты меня видишь. Хочешь правду? Вот она. А-а-а. Зря ты влез. Охренеть, просто. Мы с этой фазы ведь начнем, правильно я понимаю? Да. О, королевская битва. Обожаю. Я только хотел сказать вам одну вещь, чтобы вы не волновались. Нам плевать, если здание взорвется. Даже если весь Гарлем взорвется. Вы что, не понимаете, что у нас все застраховано? К тому же мы станем жертвой террористической атаки. Какая там Роксон-Сити. Скоро будет. Давай, ну, да господи. Всего вам. Я остановлю его. Но не так. Давай, подбрасывай. Попался! Назад! Да что ж такое? Он был бы против всего! Не смей о нем говорить! Я завершу начатое. Короче, как только я пытаюсь эту штуку схватить, в меня сразу же летят снаряды. Это бесполезно. Это просто меня отвлекает. От обороны. Я только хотел сказать вам одну вещь. Чтобы вы не волновались. Нам плевать. Если здание взорвется. Даже если весь Гарлем взорвется. Вы что, не понимаете, что у нас все застраховано? К тому же мы есть. Станем жертвой террористической атаки. Какая-то... Дай мне в тебя попасть. Скоро будет Роксон-Сити. Где она? Так, камуфляж. Я остановлю его. Но не так. Ну, наконец-то. Немножко подобрался. Они уже не в попад болтаете, ну уже все. Тебе уже устали. Я в эти игры не играю, Майл. Хочешь правду? Вот она! Рик бы расстроился, узнав, что ты стала умельцем. Заткнись! Нет, нереально. Эту штуку нереально подхватывать. Стой на месте!
сюда, пожалуйста, пожалуйста, живи. Куда ты улетел? Ладно, мы прошли фазу, окей. У тебя была возможность уйти. Не заставляй убивать тебя. Ты проиграл. Почему ты борешься? Человек-паук! Тебе не спрятаться! Снова! Снова будем ее бить! Вот ты где! Черт, не получилось! Споткнулся, блин! Кошмар! Просто жесть, меня квасят! Я завершу начало! Да я не понимаю! Я не понимаю, что мне делать, сволочь! Так, только мои дети помогут мне. Нет? Давай, ну контратака, ну пожалуйста, успей. Есть. Молодец, ты там стараешься, я вижу. Вот, на тебе. Да, я понял. Короче, это активируется, когда я пытаюсь улететь в город. Нет! Я завершу начатое. Охренеть. Моя паутинка здесь, так понимаю, особо ничего не дает, да? Давай. Давай, дитё моё. Сразись с ней. И еще вот, на. Он её просто вычмаривал. Да что ты за косой такой паучок, сраный ты, боже ж мой. Что за трюки ты делаешь? Ему вообще... Что он делает? Что? Что ты? Что ты делаешь? Да ты мне помоги, пожалуйста. Жесть какая. Да иди сюда, уже все. Ну я убью тебя, я хочу убить. Все, упади, лети домой. Отдохни, проспись, тварь. Все, я понял, не останавливаться, хорошо, как скажешь. Кому пляжку включил, напнул сзади добивание, наконец, давай, добивание есть. Пожалуйста, прекращай и пойдем домой. Я так и сказал, я иди домой. Все, опять катсцена. Надо лечиться, не забывай только. Все, хорошо. Да чтоб тебя, а? Надоело. Что ты от меня хочешь? Ты не начинала. Так, к ней нельзя подходить, походу. Это мне пытается сказать. Ты мне не преграда. Тогда убей меня. Колодец гравитационный получится. Ну что я должен сделать? Ладно, пусть будет так. Отлично, процессор ей сломали. А, ну все, всему городу хана. Мне кажется, стоило позвонить Питеру уже давно, очень давно. Я остановлю это!
порядке. О, так мило. Ну мы-то не разбились, мы ж паук человек. Это был прикольный момент. Вроде бы классический человек-паукческий момент, когда он кто-то там падает, он пытается поймать, быстрее летит вниз, паутины использует. Вот это вот «Прости меня» было прям сильно. Это было очень сильно, мне понравилось. У меня аж внутри где-то ёркнуло так. Ай, боль. Ай, боль. Все, давай, иди. Силой воли, силой воли. Вперед. Давай. Надо поспешить. Скоро рванет. Очень скоро. Да ты успеешь. Ну все. Ну здесь. Нет! Дина, не смотри! В отличие от Рика, мне кажется, у нас есть шанс. Мы же супергерой. У нас же есть своя желтая сила. Желтая. Получилось? Подальше. Я так долго не продержусь. Что ты оголенный, просто, да, обугленный труп Майлза? Нет. Фина только умерла. Интересно, что будет со всеми этими людьми, которые в подполье? То есть они лишились лидера, но будут ли они делать свое дело дальше?
Эй, парень, беги. Мы ими займемся. Вы видели лицо? Молодец, Человек-паук. Спасибо. Кто он такой? Этот парень. Он наш Человек-паук. Да, ну это ж просто монтаж. Это дипфейк! Слышите меня? Вы хоть знаете, кто я такой? Вам конец всем! Да, я вас... да, мы знаем. А, я вас закопаю! Слышите? Все так, друзья. Саймон Крикер в тюрьме. Аарон Дэвис, он же бродяга, сдал его и Рокси. Дэвиса посаден, но может не навесить. Думаю, из этой ситуации мы все вынесем важно. А, музыка. Скорее всего, я ее сейчас заменил на монтаже. Блин, ну какой же у тебя костюм? Просто шик. Да, я такой. Ага, да. Пит, нам когда-нибудь станет проще? Что-то, да. А что-то проще уже не будет. Для Роксона мы все были лишь расходным материалом. Я, Рик, Фина, весь Гарлем. Думаю, наша задача не оставлять подобное безнаказанным. Включим это в клятву паука. Начнем? Погнали. Да, нормуль, хорош. Охренительный кадр в конце, мне нравится. Ну что ж, концовка меня порадовала. Было прикольно, было драматично. Вот это вот, прости меня, вот это, муа, прям. Вот это по-настоящему вызвало во мне чувство. И вот это стало вот этой вишенкой. И стало вот этим вот финальным классным аккордом. Круто, здорово, добавить в принципе нечего. Мы прошли эту игру, как я и обещал. Конечно, не получилось прям каждый день выпускать, как я хотел, но ничего. И этот киберпанк немножко встрял. Я даже не следил, что за тем, когда он выходит, просто внезапно увидел, что он вышел. Думаю такой, ну блин, киберпанк, надо попробовать поиграть. Вот, и поэтому решил отвлечься от паука человека. А почему они все седые и старые, не знаю. Могу лишь сказать одно такое, но мне не очень нравится, что эти игры слишком детские про Человека-паука. Слишком добрые. Чересчур. Добрые, хотя очевидно, что тут делаются, особенно некоторые приемы есть, которые, ну блин, кроме как жестких увечий, у людей больше ничего не должно оставлять. Да, там у многих там супер броня, понятно все, но все равно, я столько голов, которые без шлемов, бил об бордюры со всей дури, там все зубы, челюсть должна была навсегда сломана быть. Падение с крыши, которое внезапно магнитится люди паутиной, непонятно кем пущенной. Вот эти вот все, это такая, знаете, попытка
скрыть очевидные вещи, попытка пелену такой перед глазами. Типа, мол, вот мой, наш персонаж супер добрый. Чисто, как сказать, чисто юридическая лазейка, знаете, чтобы оставлять нашу, ну, игру как бы в определенной возрастной категории. Соответственно, это все конвертируется просто в деньги. Когда больше людей может поиграть в нее, больше денег это приносит, разумеется. Так что в целом, в принципе, ничего плохого и ничего хорошего. Нейтрально. Просто иногда, знаете, когда тебе уже 33, ты хочешь каких-нибудь более таких тяжелых решений. Допустим, опять же, почему мне нравится «Паук» с Тоби Магуайром, потому что он побрутальней. Да и второй «Паук» с Эндрю Гарфилдом тоже прикольный. Он такой более взрослый, как мне кажется, чем Том Холландовский. Но Том Холландовский, тем не менее, очень-очень популярен. И рекорды ставит в продажу. Но это, думаю, еще, это, как сказать, влияние самой франшизы «Мстителей». Поскольку это все с таким стало очень мега-эпичным, то и новый Человек-паук, который, так, знаете, всеми был долгожданный, он раз и появился в этой вселенной, и все кайфанули, и все просто... У них не было выбора, кроме как прикипеть к этому, чтобы дальше кайфовать от всей вселенной. В целом, прикольно. Поиграли, было весело, было бесиво иногда, когда мне не получалось что-то. Но это нормальные эмоции, которые должна вызывать игра. Ты должен, не знаю, торопиться, сжать кнопочки, чтобы у тебя получалось. Должен и не всегда иметь возможность сразу побеждать. В этом-то суть игры. Ты должен преодолевать препятствия, правильно? Смотрите, что это такое? Это что, тизер? Кто такой сидит в ванной? Как будто Нео. Как будто Нео просыпается. Чудо рождения. Кто это рождается? Жители Гарлема приходят в себя после беспорядков с участием бандитской группировки, известной как «Подполье». И пока корпорация «Робсон» тонет в лавине судебных исков, недавно избранный член городского совета Рио Моралес обратилась к ней с просьбой привлечь общественность к сбору фондов для помощи... Кто такой? Показатели в норме, кровообращение тоже. Коннорс. Мозговая активность в порядке. Он там слишком давно. Осборн. Понимаю, он ваш сын. Но его болезнь была. Курт. Возможно, мы недооцениваем потенциальные риски. Я сказал! Вытащи! Его! Это зеленый гоблин будет, да? Окей, было прикольно. Для меня Норман Осборн — это Уильям Дефо. Опять же, с первого фильма «Человека-паука». Их. На сегодня это все, друзья. Увидимся в следующих видосах. Прощаемся с Человеком-пауком Майлз Моралес. Не думаю, что я буду проходить предыдущего Человека-паука на PlayStation 4, который выходил... Я забыл, как он называется. По-моему, просто Человек-паук и все. Marvel Человек-паук, да, что-то такое. Короче, не думаю, что я его буду проходить, совсем уже не актуально. И хочу другие видосы, короче, поделать. Всякие. Спасибо, что были со мной в этом прохождении. Я знаю, нас было не так много. Есть такая странная фигня, вот чтобы, знаете... Ну, хочется просто поболтать на эту тему, пока титры идут. Есть такая вот вещь, что очень малое количество людей смотрят такие вот игры на моем канале. Словно такое ощущение иногда возникает, что я застрял в каком-то образе просто такого чувака из Stranded Deep'а, из Subnautica, из тех времен. И, естественно, мне, как человеку творческому, который многогранен достаточно, хочется иногда выходить из этого. Иногда хочется просто не быть той своей частью, а быть другой своей частью, может быть, более спокойной, более рассудительной. И мне, допустим, вот если с точки зрения успешности канала, было бы выгодно оставаться вот всегда вот тем взбалмошным чуваком, да? Не подумайте, я не играю роль, мне нравится быть таким, мне нравится придуриваться, я и в жизни такой, я в жизни и спокойный, и сумасшедший, и люблю всякую хрень нести. Просто иногда, когда ты вот только гиперболизируешь свою часть, вот эту вот сумасшедшую, да, ты от нее начинаешь сильно уставать. И поэтому хочется таких вот более спокойных вещей делать.
Вот как-то так. Такие игры, ну не такие, конечно. Вот, допустим, Киберпанк позволяет немножко расслабиться, чуть-чуть просто поиграть в игру и получить удовольствие, что тоже прикольно. Вот, поэтому вы пишите, несомненно, пишите всегда, что вам нравится, какие видео вам нравятся, я все равно это учитываю всегда. Мне тоже хочется, чтобы вы получали удовольствие, находясь в моей компании. Пишите всегда все, что вы хотите. Не стесняйтесь. Я просто оставляю за собой право решать, что я буду в итоге делать. Просто мне кажется, что если я чувствую комфорт, делая видео, вы его чувствуете через экран. Ладненько. Большое всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Не забывайте про лайки, про комментарии, про все, что я обычно говорю в прощалке. Просто дадим друг другу 5 напоследок. Вы готовы? И 5!